А сегодня власть вроде как и говорит, что они готовы помогать. Но вот я, например, среди своих знакомых и даже специально обзвонил там тех людей, которые могли бы претендовать на эту помощь, никто пока не получал. А это у нас всегда так получается. Президент говорит, что надо помочь, а банки и те, кто должен выдавать эти средства, они помогать пока что не готовы. По разным причинам, знаете, это может сколько угодно. Вот причину, если вы выйдете из дома, вас оштрафуют там, и легко найти причину. Так давайте найдем простые причины, если чиновники не выполняют своих обязательств, не выдают деньги, которые им дает федеральный бюджет, их тоже надо штрафовать, причем достаточно серьезно. И банк можно так оштрафовать, что мало ему не покажется. Вот тогда будет правильно и справедливо. С одной стороны, население мы заставляем соблюдать карантин, а с другой стороны, мы заставляем соблюдать всех остальных людей, которые отвечают за помощь тем людям, которые сидят на карантине. И это будет справедливо.